Всестилевое карате – один из 7 видов спорта, который будет представлен в декабре на фестивале единоборств «Алтай – земля сильных. Битва чемпионов». Для выступлений подобрали 2 лучших бойцов – чемпионов мира – Никиту Лысенкова и Кристину Найденову. Ну, соперников мы подбирали, скажем так, принципиальных, интересных, действующих спортсменов. У Кристины будет Милана Имамалиева, девочка. Они неделю назад сражались в финале чемпионата мира, поэтому у них будет, скажем, такой реванш. Поэтому посмотрим, как получится. А у Никиты будет Егор Масенков, спортсмен из Санкт-Петербурга, один из самых титулованных спортсменов в стилевом карате, в принципе, за практически, наверное, последние годы. Соперники серьезные, но ребятам давно известные, поэтому наши спортсмены уже разработали тактики боя. А участие в сборах с основной командой России помогло закрепить технику. Эта битва для меня принципиальная, потому что я перехожу в новый вес, а он там чемпион. Он работает больше на дистанцию, работает руками и очень хорошо бросает. Поэтому я буду работать на дистанцию. Соперница моя будет из ДНР, Имамалиева Милана. Мы с ней очень часто на каждых соревнованиях встречаемся. Спортсменка высокого уровня. С ней будет интересно посоперничать. Я думаю, она будет работать такая первым номером. Руки-ноги. Будем работать на контратаке, скорее всего. Несмотря на то, что бои на фестивале будут похожи скорее на показательные выступления, поскольку полноценной сетки нет, борьба ожидается ожесточенная, как минимум из-за 1000 взглядов, которые будут прикованы к поединкам. Цель какая? То есть, во-первых, показать наших лучших бойцов. Показать их не только здесь, вот в Барнауле, а шире предоставить, потому что будет анонсироваться это и на матч «Боец», и на матч ТВ. Нам хотелось, чтобы они были известны как у нас, так и за пределами края. Помимо всестилевого карате будет косики, а также другие единоборства – панкратион, дзюдо, кикбоксинг, рукопашный бой, бокс. Победителям поединков будут вручены интересные призы. Какие – организаторы пока держат в тайне. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком.